Мужиков можно кастрировать. Химическая. А насчет стерилизации не знаю. Помыть. Долору с грустным смайликом. Опять пишет же, фу. Выписки из Google этого. Из Google поиска. Неликс, ты тут? Резоптомия, это и есть как раз таки кастрация. А, ну пока вы гуглите, а пока нет. Блэккиллер, не говори то, чего не знаешь. Говори то, что знаешь. Ну, первые пять групп, блядь, трэш. Так, почему они в рейде? Блять, ладно. Кастрация, блин, это когда тебе, пардон, что-то отрежут. Не что-то, а вполне конкретную хрень. А ты не берешь ли раз, если нет, тогда я другое. Люблю, и всё, и типа, пойду позвонить. Слышишь? Сливай. Ты не берешь меня? Нет. А? Пока нет. Ну все тогда. Кто не в бою, развернитесь, портал нажмите, дай. А ДВшники сегодня куда ходили? Вот,
У нас есть пятый хил, Хирс сошел онлайн. Ты только ему не скажи об этом. А он сейчас увидит, что он в пятой пати. А то он выйдет на рынок. Не получится, я его не просто так заманил туда. Рейд ворнинг линкую, кому надо, плюс ставь. Что, продавать будем? Ты чё, охуел? Чё-то они так откидывают часто. Господи. Груз нужен только коника и порешалу, и все. Народ, ты будешь это ролить, нет? Какой груз? Лар? Лар первый. Да, первый лар будет. Сейчас одну минуту и расставлю все. Да все фростмаги делись. Чё, пока перекурить можно? Я бы с удовольствием отошел бы сейчас. Короче, крикните. Неликс, ты уже ушел, что ли? Иди, Неликс.
Войд в ДД. Чек вообще на АФК. Ну народ, ты слакаешь, Алара. Маратосина, ты видел, как Алар убивается? Был тут, не был. В личку мне отвечай, голоса нету. Ты Алара видел, как убивают? Знаешь, что тут делать или ничего не знаешь? Так, ладно. Сумонтихи с Аями. Еще раз чек на АФК. Значит, платформа слева направо. Первая платформа Кават. Вторая Блэк. Третья Майя. Четвертая Алоэ. Похи Лам, соответственно. Между первой и второй. У нас будет котенок Кирс и Элбрил. С рейдом у нас, соответственно, Шторм, Мосс и Дейрдре. Еще раз, Вага, ты на третьей платформе танков, да? Слева направо, да, моя третья. Mm-hmm. Ты с рейдом, ну, соответственно, меня хилишь. Да-да, я же поэтому скажу. Вот из банка вытаскиваемся. Девка, подскажи там Хисаями, спустись каналом с ним ниже. Ну или там в чатике им напиши. Контролить, диспелить. Ты знаешь, что ему сказать, не прикидывайся. Мне кого хилить? Между первой и второй. Хилов. Кават, с тебя кулаки МП5. У тебя ж там вкачивается, что надо. А котенок, дись. Так. Включите стрим кто-то.
сапротами мазаться? Обязательно СКБ сапроты берем и пьем. Я про танковский. Уж пригодится. Ты слышала, что тебе в хиле? Саями не был, что ли, ни разу? Походу. Бля, резисты контролируешь? Да, я уже во фрахтан спекнулся. Ну все, Хисаями, ты просто декурсишь тогда. Ну, если есть возможность, ну, не декурсишь, ну, значит бьешь. Если нечего декурсить. Бегаешь со всеми. Ну, то есть, если на первой фазе мы не выносим перья, а просто перебегаем, да, ну, то есть, вот, стоим на ранже, на дальнем, как каст перьев закончился, ну, и побежали. Можешь бегать с задней стороны босса, чтобы привыкнуть сначала, потом поймешь. На второй фазе два феникса всего лишь опасных, это который фиряет, который кикает каст. Который фиряет механика, как на Джане, нужно просто отвернуться. Вот, а который стопы, ну, кикает каст, просто во время каста не кастит. Под конец каста ничего не кастит. Ну и на первой фазе никакой контроль не давай, типа, ну не Blizzard не надо и не нужно, ну Фростнову тоже не кидать. Там если что, на второй фазе могу попросить Фростнову и так далее. Рыбу кушаете? Чек на баф на пол. Хисаями топчик разберется. Помогаешь с контролем, если анонсит. Ну и декурсит, главное, это очень важно на второй фазе. Кирс ждем. Мозур. Силков 150? Да. Да, можете это, кто на меня кидал, можете убрать, оно мне тут не нужно. Там налог какого-нибудь очки. Кирс, ты в дискорде с нами? Готов? Нет? Да, Хисаями, тебе докурсить. Ну, и когда можешь, например, глыбы скинуть, можешь скинуть глыбы. Я не знаю, как там маги этой херней занимались. Они, короче, сначала как-то сколько-то стаков набирали, а потом просто глыбы скидывали их. Обычно, когда не прохил скидывали на второй фазе. Ну, либо когда там, да, вон, не прохил, или что же сильно рейд, да, по рейду урона до хера приходит. Кто дисплей скидываешь? Ну, пускай Хисаями все дисплеит. Маг? Первой фазы типа? Ну да. А типа ну, первую фазу я могу продиспелить, а на второй типа Хисаями уже. Короче, Кирс, между первой и второй платформой стоишь. Ты Элбрил и котенок. С рейдом ходят Шторм, Мосса и Дердра. Ну и Хисаями, естественно, под курса сначала первые хилы идут, да? А уже потом, ну, как бы остальные ДДшки. Танки потом. На танках не хилы, потом танки. Потом ДД. Короче, сапроты все выпили, чек на пол. Ну, и если, блин, смотри, получается, это проклятие. Вот если ты с кого-то докурсишь, оно накидывается на тебя самого. Если вдруг не знал или забыл.
То есть себя ты его не сможешь, естественно, прокурсить. Ты сначала со всех как бы докурсишь, и когда ты докурсишь другого человека, это проклятие на тебя самого кидается. Отбойся, Айзек на замену сядь, сумонь. А это по усилкам в хп еще? 150 минимум. Ну вот у него 30 тысяч, он подохнет. Шире лобнусь. Танки меняются немного. Алоэ, ты стоишь на второй платформе. Блэк бегает с рейдом. Второй слева? Да. Коват, ты потом, я, а потом уже Блэк с рейдом. Котенок усилки. Закинуть 150 усилков хотя бы, давайте шустрее. Ханту 35к нормально? Как называется, который получаешь, когда стоишь в ложе? Перо. А что так долго, кого мы ждем? Челки там перекидывают. Сделаем один пул так, потом поменяешь что. Кого филка? Чек на баф и на пул. Часа я ими с первого докурса. Мы и так ждали пол. Вечером, а чё? Сзади рыбу ставлю стоять. Держи. Пул по отсчёту. Ты пуляешь. Ну да, начну.
за боссом, пускай двое заходят. Двое отбили, пускай трое вот отбились, пусть заходят. Дай массакру. Отдал. Там контроль сдали, как обычно вовремя. Она все время в пустой обычно уходит. Циклон и крестик отпустится. Я тебе сакру отдал. Крестик. Циклон по звезде. Через 10 заберу. Отпускайте звезду по звезде. Двое пусть заходит. За боссом контроль. Отпустите крест. Отпускайте звезду и крест. Куда я древний? Больше не давайте, я здесь только хорошо. Проведите босса. Пускай за боссом двое заходят. Пускай это вот двое отбились, пускай. Сакру отдал. Циклонный рядом с циклоном тоже заходит. Через 5 заберу. Пускайте крестик. Дальше босса погуби. РДД зона двое пусть заходит. Проведи босс дальше, пусть будет. Мы двое отбились, пусть будет. Так вон дайте. Пускай преследует. Процентаж. Слови теперь. 10%. Бейте, переводите. Больше урона, босс. Отпускайте крест. Отпускайте. Саями к нам беги, к рейду. По Курухара тоже нету, первый фир. У меня ярость. Третий какой.
третий подкаст. Четвертый разделение. Почему Двар Дру стоит у рейда? Алло. Перебежали. Локи бан дайте. Заходит два. Какой рдру стоит? Котенок между первой и второй, беги туда. Котенок, спринты, кошка побежала на первую и вторую. Не отпускай, не отпускай. Перья. Сейчас тебя бёрну. Перебежали. Отпускай ром. Котенок сразу БР перебежал. Локи, ты провалился? Фир. Даю БР по Локи. Эфирю. Эфир. Какого эфира? Сейчас того половина. Вторая после. Решал БР, алоэ, беги быстрее. Добейте, ложитесь. Падаем. А какой феникс был на первой платформе? Эфир, ром. Почему вы танчите его РДД? Таргет вечно РДД. У нас умер там. Ну отсюда и сразу можно было вайпаться. Повторите еще раз, какие хилы где стоят и кто диспелит. Сразу Розарио лучше бери, не бейте мозг. Котенок, послакай Шалара. Розарио в рейд. Я еще сбрила от того, что на мне 4 стака от Феникса висело. Вас всех сбривало, потому что у вас танка не было. Вот, да. Не, я причем же, я же не в рейде был, я вообще там на первом. Их сбривало, потому что у них хардру не было. Так, смотрите, блять, заходят. Весь рейд, кроме тех людей, которые стоят между первой и второй платформой, отчет идет слева. Заходим в весь рейд через печеньку. Неважно, если босс стоит, блять, вот в белой метке, все равно бежим через печеньку. То бишь Хисаями, это вот ты сейчас побежал через дальнюю. Крухар, по-моему, побежал тоже через белую метку. Там надо смотреть, успеют люди или нет, там спринты есть или нет. Успеют, в любом случае. Я, блядь, спиной назад добегу. Лучше скажи еще раз, какие хилы на каких платформах, кто диспелит, потому что сейчас были какие-то адские непонятки именно с этим. Треснуть по телу. Сейчас Розария, Мосса и... Пускай самолет и чарку на голову пойдут. Второй. Получается, Холи Приз, ДЦ и Шторм с рейдом. Да, все верно. Хисаями, ты вот тут вот уже, когда мы к Фениксу подвигаем, ты декурсишь. Не слак и декурс. Ну, в первую очередь с хилов. Надо им ребуты. А, окей, ну, бля. Окей, скажи, когда зайдется. Рыбу тыкните. Он сошел. Сапрот, блять, берет штык. Вот ты ведь все равно стоишь на трэше, афкашишь. Вот что ты сапрот бережешь, я не понимаю. Бережет сапрот. В смысле ты стоишь афкашишь? Я ухилю вообще.
Не могу присуммониться. Да портал поставьте. Вот видишь, она маги, пошла. Ну кто-нибудь, дайте портал. Уже на выход вон бежит. Все, ребафы дайте. Баф на полчик. Каску по себе. Дайте каску ханда. Каску по ханду дайте. В процессе на. Первый раз высыхаю, там они не надо мне, не надо все. Я высыхаю специально под пыльник. Собирай. Один за боссом, два за боссом тут заходят. План заходит. Я отпустил его. Остальных держится. Ладно, пускай трусы заходят. Все равно отпустил его. Пусть идут оба. Крест держится. Отпускайте звезду и крест. Проведи босса. С РДД зону пусть двое заходят. Двое отбились, пусть идут. Циклон дайте по правому. Все, два циклона сейчас пусть заходят. Клон ромбик. Просто ромбик. Там сзади, пускай звезда ее не контролится. Кончик, кажется, повис. РДД зону пускай двое уйдут. Двое отбились пусть идут. Если что.
что не херти меня, пожалуйста. Уже и не пойду. Пустите крест. По шторму довольно. Крест звезду отпустите. Отведи босса, пускай под боссом заходит. Контроль дайте. Все, двое отбились. Блять, Близзард дайте. Ну да. Все, двое отбились, пусть идут, остальных контроль. Дай сакру. Отдаю. Там два циклона, пускай сейчас заходит. Ром с крестом мы будем. Переводите босса. Звезду за контроль. Переводите. Все, двое заходим. Каску, дайте помогу. Пинеров, когда спустите сейчас. Энджи порешал. Отдайте номера, если у вас отдали есть. Отдали уже. Вообще ненависть на меня. Первый слабость. Первый стопкас. Третий, четвертый стрижется. Четвертый усталость. Четвертый, окей. Ой, третий усталость. Хорошо. Четвертая ярость. Перебежали. Кохар, ты отбегаешь, когда перья уже идут. Ну как идет? У нас логика. У нас один не должен быть. То есть под конец коста круха ты должен быть строить. А звезду ром подпускает. Ладно, построил это. Пока. Перья пошли. Перебежали. Больше дамеджа дают. Там есть команда, я не знаю. По шторму довольно. Пока. Перья пошли. Идем направо, подойдите. Вот, ладно, идите, бегите, бегите все к Фениксу. Я эту пятерку подкину ближе. Пусть заходит. Вот по воздуху идет пусть. Лэг, забирай. Отпустите звезду и крест быстрее. Все, Близзард можешь. Пока держи, держи, пока Близзард. Все, можешь держать. Перья перебежали. Энджи в меня следующий. Че, иду туда помогать могу? Да. По воздуху пусть идет один. Дайте контроли по воздуху. Там звезда идет, отпустили ром. Перья идут. Перебежали.
Не один. Откину сразу. У нас даже два. Остальных контроль. Ты переводить. Ложитесь. Не хватает урона. Чуть-чуть не хватает. Падаем. Да, ложись. Вниз, прыгаем. Можно вставать? Это страшно.